Друзья и, разумеется, враги. Здравствуйте. Вы знаете, под данным видеороликом мне нужна максимальная активность, дабы я понял, нужен вам такой видеоролик или нет. Я уже делал видос о том, как я перерабатываю логотип Arizona RP, то есть вообще что из всего этого получилось, вы можете глянуть по подсказке справа сверху, если я не забыл ее добавить, а если забыл, то вы можете как бы сами, ну, загуглить, посмотреть, пересмотреть, если там все вот это вот делали, ролик набрал, ну, давайте округлим 200 просмотров, и на то время для того вот всех вот тех видеороликов, если смотреть в сравнении, то, разумеется, ролик набрал нормально просмотров. Но вот мне хотелось бы знать, наберет ли ролик по редизайну логотипа Black Rush побольше просмотров, там может 250 или 210 хотя бы, то есть было бы прям, знаете, ну, неплохо, лично я так считаю. Однако сегодня мне бы хотелось обсудить логотип Black Rush. Господи, почему он именно такой? То есть я бы хотел сказать, то есть перед тем, как, разумеется, я буду все это делать, перед тем, как я буду все это исправлять, перед тем, как будут все вот эти вот прочие вещи, мне бы, знаете, что хотелось? Мне бы хотелось сказать, почему логотип такой себе. Потому что, понимаете, в чем дело? Если бы это был логотип для какой-нибудь, там, я не знаю, компании, которая специализируется на машинах, там, так далее, то тогда это еще, ну, куда бы ни шло. А тут, когда, типа, вот мы видим Black Rush и так далее, вот это вот всего медведя, у которого там еще и флаг России, такой немного изогнутый, какой-то непонятный, какие-то вот эти вот все линии. То есть, лично я как считаю, нужно больше уйти в минимализм. То есть, вот эти вот все обводки, вот эти вот все логотипы в виде нарядных елок, это все полное говно. Вот представьте, убрать вот эту вот черную окантовку, убрать вот эту вот белую окантовку, и чтобы осталась вот чисто вот эта вот красная голова медведя. Это было бы хуже? Или что? Я вот, когда буду делать, если вы по данным видеороликам, давайте так обусловимся, 25 лайков. Если вы наберете под данным видеороликом 25 лайков и больше, и там хотя бы, ну, больше 5 комментариев, то, разумеется, я переработаю логотип Black Rush на то, что я вижу. И представьте, если вот то, что я сделаю, моя вот эта вот вся идея, мои какие-то, возможно, наброски, если потом Black Rush такой, если потом Black Rush такой вот огромнейший, такой вот большой, серьезный проект возьмет мои логотипы на какое-то вот все вот это вот вооружение, потому что лично я на него смотреть не могу, разумеется, логотип запоминается, потому что, ну, это Black Rush, это топ-1 сервак вообще в GTA, КРМП, Android, Mobile и так далее. Но, типа, понимаете, в чем дело? Я смотрю, меня переворачивает от того, насколько он громоздкий. То есть он очень большой. Посмотрите на все остальные логотипы, всех остальных людей, вообще всего прочего. То есть логотипы должны быть маленькие. Зайдите в свой телефон, посмотрите, как выглядит, там, я не знаю, приложение трубки, приложение каких-нибудь, там, я не знаю, сообщений, приложение камеры. То есть никакого нагромождения. Посмотрите, как выглядит приложение. То есть чисто вот какой-то логотип, и вокруг них такая белая конту. Ну или, да, посмотрите, там, я не знаю, на Инстаграм, на логотип Инстаграма, который сейчас есть. То есть, понимаете, в чем он вот такой? То есть он вот такой, ну, и он выглядит хорошо, он выглядит, он запоминается, и он выглядит в данной системе хорошо, в отличие от того, что есть... Типа, еще, мне это не особо нравится. То есть, я прям смотрю и такой, типа, господи, насколько же все плохо, насколько же все фиго. Разумеется, если у меня тут есть какие-то графические дизайнеры, какие-то вот эти вот все прочие люди, которые могут сказать вообще, что с логотипом так, что с логотипом не так, в чем я прав, в чем я не прав, типа, ну, такой, расскажите, в чем я прав, в чем я не прав, я почитаю и вообще скажу вам, типа, ну да, вы, наверное, правы в этом плане и во всех прочих планах вы также правы. Поэтому, друзья, под данным видеороликом, опять таки хочу сказать, 25 лайков и более 5 комментариев, и я сделаю редизайн логотипа Black Rush, потому что я в дизайне шарю, я перерабатывал логотипы Arizona RP, я делал все прочие вещи, и я готов чисто бесплатно, чисто на респекте переработать логотипы, чтобы вот Black Rush взяла его на вооружение, куда-нибудь там сохранила, куда-нибудь там сделала все вот эти вот прочие вещи, чтобы логотип был менее громоздкий и можно было нормально оформить иконку мобильного приложения. Я считаю так. Вы можете считать, разумеется, как угодно по-другому, однако кого это будет волновать? Потому что я играю на Black Rush, на 11-м серваке Indigo. Там у меня есть мой аккаунт, разумеется, на который вы можете зарегистрироваться. Там есть мой никнейм, как бы Данила КПРФ. Вводите при регистрации, все отлично, все хорошо, все классно. А также есть мой промокод, хэштег ZDSA. Вообще есть много всяких прочих вещей, поэтому заходите, узнавайте, познавайте, все вот это вот делайте. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем, разумеется, пока. И ставьте тут 25 лайков, тогда я переработаю логотип Black Rush. We'll be right back.